И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот решил я сатиру сделать, значит, Пегаса. Вот нашел вот такой вот, значит, как бы набросок рев именно диснеевский. Как он называется? По-моему, называется модельный лист. Во. И вот я его вот это все дело, значит, подставлял куб. Ну, я уже это показывал, как лепить. Не буду, наверное, объяснять. Просто пришлось с ним чуть-чуть помудиться. Лошади, кто смотрит мой канал, значит, знают, что чуть-чуть с лошадьми у меня как-то не ладится. Но вот хочу исправить это дело. Чуть-чуть посидел подольше. Получился вот такой вот результат. Возможно, где-то кривовато. Вот какие-то ямы тут. Ну, это я сейчас все дело еще, наверное, поднабросаю кисточкой. Ну, в принципе, вот зеркалка получилась нормально. Единственное, помудился я с лапами, вот с этими. Пришлось, значит, обрезать и вставлять цилиндры, потому что, ну, вытягивать такую толщину, а тем более выглаживать, выравнивать у меня не получилось. Так, ну, морда более-менее у меня получилась вроде бы нормально. Возможно, вот здесь вот еще вот тоже пришлось тут зеркалить. Надо все это дело будет потом выгладить, чтобы на текстурах не было, значит, вот этой ни одной полоски. Ну, морда, в принципе, простая и по лепке. Видите, тут ни мышц нету, просто такая штукенция вот гладкая. Так, что у меня по вот этому хохолку? Это я маскировал, значит, на кубу. Потом, получается, чуть разворачивал и делал зеркалку. И вот вы видите, что здесь вот такая вмятина, да? Сейчас давайте покажу, как я ее делал. А потом верну назад. Значит, я взял вот эту кисточку, транспоз, подогнал. Чуть-чуть, значит, вот, здесь у меня x-симметрия включена. Чуть-чуть наклонил, значит, готовую заготовку. И потом нажал Mirror. И вот такое расширение получилось. Так, это многовато, мне так не понадобится. Так, уши. Уши я вытягивал, значит, скульптор альфа-6 маскированием. Вытягивал, ну, тут по ушам тут просто. Так, по морде и по телу пришлось, значит, 4 раза делать именно ZRMS, потому что модель никак не выглаживалась сильно. Ну, в смысле, после скульптуры с альфа-6 она-то как выглаженная, да? Вот эта полоска, она тоже после скульптуры с альфа-6, видите, чуть-чуть надо будет ее ликвидировать. Неудобства какие? Значит, когда скульптор с альфа-6 где-то здесь вот что-то я выглаживал, ну, в смысле, как она называется, кисточка, значит, вминает, которая, то получалось, пришлось ее меньше ставить. Потом, когда вот побольше ставил, вот этот горбыль выглаживал и лапы, то у меня получилось чуть-чуть вот по шее тянуло голову. Пришлось с этим делом помудиться. Так, вот еще что я сделал, да? На какой-то модели я видел, что вот здесь вот надо больше вминать. И я раньше делал лапы, значит, сейчас покажу. Ну, вот такие, да? Вот, надутые вот здесь вот. Вот так они получались. Ну, это показало себя чуть-чуть плоховато, когда вот модель начинает, значит, анимацию. Так. То вот эта часть, значит, очень цепляется к бокам. Вот. Тоже не есть гуд. Так, здесь что я применил? Вот, растем над собой, да? Значит, кисточка стандарт. Вот так все это дело было, проводилось. Вот, ну, это сильно, я просто показываю. И потом, значит, ну, здесь этой кисточкой я не умею пользоваться. Все это делалось в скульпте с альфа-6. Здесь вот есть полиш и планар. Ну, вот, типа планаром, да. Потом, так, где она тут? О,
Вот так вот, ну, типа, вминалось. Но это не та кисточка. Блин, приходится скульптурить с альфа-6 из-за вот этих вот только, из-за одной кисточки заходить. Не, ну там, конечно, многие вещи удобно делать. Я уже делал лошадь, не помню с какого. Да, по-моему, вот этого Пегаса я уже делал, только лепил скульптурить с альфа-6 без вот этого рефа. Так, вот так он выглядит. Ну, а теперь что? Давайте зубы сделаем. И, значит, ну и крылья. Ну и покрасим. Так, значит, что я хотел? Так, пока я нижнюю челюсть отключу. Вот так все это здесь выглядит. В принципе, прикольно выглядит. Вот единственное, вот эту штуку надо больше расширить, потому что поворот был чуть-чуть не тот, но это я все докорректирую. Так, что еще? Добавляем, значит, append, добавляем. Да, было прикольно. Нет, не будем append, а добавим новую вот эту, значит, сцену. Вот такой у нас цилиндр. Так, Make Polymesh пока не жмем, а заходим в А как же это так получилось? Угу. Так, да, вот здесь вот. Initialize. И, по-моему, вот это... А, нет. Давно я сюда не заходил. Нам нужно сделать пустоту. Пустота. Так, где она тут у нас? Пустота. Метод тыка. Это хороший метод. Так, здесь, значит, до 100. Вот можно делать, видите, треугольники. Тут вариантов много. Так, и, значит, что у нас тут? Дивайды по минусу. Это, так, толстая, тонкая нам тоже не пригодится. Но, в принципе, я думаю, что вот такой вот овал. Так, сейчас сделаем тут. Вот такой формы зубы где-то и должны быть. Но если что, мы чуть-чуть подрастянем. Так, вот теперь можно делать Make Polymesh. Заходим на наш проект. И что нам нужно? Нам понадобится, значит, в Subtool'ах зайти в Append и найти нашу вот эту заготовку. Так. Заготовка есть. N-панель. Переключаемся на нашу заготовку. Это она слишком высокая. Теперь нам нужно ее S уменьшить. И сейчас будем искать, значит, референсы зубов. Так, продвигаем, перекручиваем. Смотрим, что да как у нас тут спереди. Не в ту сторону. Перекрутилось не так. И еще больше уменьшаем. Так, приближаем Alt, левая кнопка мыши. Так, смотрим, что тут у нас. Так, идет перекрутка. Вставляем нашего персонажа. Да, большеватый, значит, скул. Так, так, так. И как бы это дело обыграть? Если мы сейчас подставим вот сюда. Вот так я, да? Угу. Чуть-чуть, значит, перекрутим и еще в бок отведем. То как бы я... Тут же нужно еще поймать вот этот вот, значит, челюсть, да? Так, давайте, значит, еще сюда ее. Назад и побольше вытянем прямо вот так, наверное. Теперь сплюснем еще больше. Вот такие зубы, наверное, у него будут нормальные. Так, теперь уменьшаем, подгадываем под нашу, значит, голову, сделаем их большие, а потом уже
при анимации будут они уменьшаться. Так, Ctrl Shift Trim Curve и отсобачим вот так где-то, да? Так, а ну попробуем еще как-то, наверное, вот так отсобачить. Теперь нам понадобятся текстуры импорт. Находим рабочий стол. И вот тут я понакидал всяких вот этих, значит, пегасов. Так, а вот где у него зубы нормальные? Так, 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 по-моему. А ну, по-моему, вот эти. А ну-ка. Во. Вот с ними сейчас и будем работать. Так, а как же... Угу. Давайте перекрутим, чтобы не менять, значит, нашего вот этого персонажа. На низ, в принципе, пойдут те же самые, только поровней. Так, подставляем. Так, так, так. Вот здесь вот даже можно... Ну, это при анимации брови будут подниматься и глаза увеличиваться. В принципе, если брать вот таким вот ракурсом, это тоже будет вытягиваться. Так, а нам понадобится, значит, что вот эти зубы. Так, Z, включаем, значит, кисточку Move Topology. X, симметрия, клавиша X. Так, и как-то это, не знаю, получится, нет. Вот так как-то, наверное. А ну-ка, Shift Z. Только теперь вот эту часть уводим вглубь. Чуть-чуть делаем полукруг. Здесь, значит, вминаем. Побольше нам там зубы не нужны будут. Так, чуть-чуть уводим в череп. Так, даже можно... Но это будет увеличиваться, уменьшаться именно уже после, значит, ну, при анимации. Так, делаем всему этому делу, значит, так, вот эту еще геометрии Mirror. Уводим ее вглубь. Ну, в принципе, что, зубы у нас получились. Заготовка есть, она же пойдет, наверное, и на нижние зубы. Так. Так, 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 так. Делаем DynaMesh побольше. Так, 4000 полигонов мало. А ну, Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Lower. И увеличиваем прям побольше. Ого. Ну, модель молодцеватую сделала. Во. 52 тысячи полигонов хватит. Так. Ну, а теперь Shift Z. Z. И надо... Так, чуть-чуть все это дело. Так, это у него передние вот так где-то. Давайте попробуем поймать. Так, теперь кисточка стандарт. RGB зад отключаем и пробуем. Shift Z. Ставим белый цвет. Отключаем все ненужное. Так, где это у нас зубы? Угу.
Ну и пробуем все это дело обыграть, да? Значит, как? Английская С. Рисуем вот эту верхнюю часть. Так. Так, верх потом закрасим. Так, что у нас с передними? О, нормально, как раз два передних зуба получается. Теперь выбираем вот этот цвет. Это С. Потемнее его вот так. Кисточку прям поменьше, наверное. Вот. Ну, а куда уже, да? Так, и рисуем вот таким вот образом. Вот плохо, что у меня нету этого, как его называется. Так, Ctrl-Z. А мы сейчас обыграем, смотрите. Выбираем Ctrl, выбираем, значит, вот эту нашу сферу. Так. Немножко перекрутим нашу, значит, модель. А ну-ка, для ориентации что-нибудь включим. Вот челюсть, да? Так не получится. Значит, другой вариант. Ctrl. А ну-ка. Не, почему? Должно получиться. Вот так вот. Теперь, значит, отключаем Ctrl и ведем, попробуем все это дело более симпатюшно на десны выйти. Так, здесь у нас, значит, десны. Так. С этим делом понятно. Вот как ее... У меня мышка, видите, неудобно рисовать. Так, если тут по краю провести. Ну, попробуем. Ну, пускай так хоть как-то будет, да? Так, теперь центральный самый опасный. Замазываем всю вот эту часть. И теперь, значит, английская С. И пробуем. Во. Они потоньше теперь будут. Так, вот здесь вот тоже можно немножко подрисовать. Так, теперь челюсть можно отключить. И нужно нам, значит, здесь еще тоже вот так вот. Так, это у нас Ctrl-Z. И теперь нужно поставить Bug Face Mask.
Для чего? Чтобы у нас, когда будем рисовать, дальняя вот эта часть не пропадала. Так, теперь, значит, С английская. Подкрашиваем тут зубы, потому что вот такая штука вылазит. Так, есть. Рисуем английское С. Так. Рисуем наши зубы. Так, теперь все это дело немножко преображаем, чтобы посимпатюшнее было. Так, вот так как-то. Так, и вот не знаю, нужно вот эти десны красным красить. Давайте попробуем Ctrl-I и попробуем здесь уже, значит, красным цветом, таким светло-красным, наверное. Ну, так. Это оранжевый. Десны же должны у него вроде быть, да? А теперь эксперимент. Опять же, или не надо так делать? А ну-ка, Ctrl-Z. Чуть-чуть, наверное, посветлее сделаем, так, понежнее. Вот так. Пусть не сильно выделяется. Теперь находим маскинг, значит, так. Маскинг, mask be color, mask be intensive. И пробуем все это дело, значит, так, alt, подтянуть и сделать scale. А, вот. Теперь отключим текстуру и посмотрим, что получилось. Так, все это дело выглаживаем. Тогда она будет симпатичней. Так. Делаем Ctrl-I. И можно еще даже побольше вот это scale сделать. Так, и теперь тут шифтом выгладим. И у нас получатся нормальные полноценные зубы. Вот такая штука. Так.
Во. Есть такое дело. Хочу пригласить всех зайти, значит, подписаться в группу ВК. Называется 3D-модели для анимации и мультфильмов. Здесь вот я брал вот этого Пегаса. Это вот модельный лист по Геркулесу именно по размерам. Но Пегас прям классно вот получился. Вот теперь Сатир есть. Еще может этого сделаю, как вот Геркулеса, но только молодого. Вот этот в возрасте мне не прикалывает. Так, можно качать сатиров. Вот Борис Гусь. Это, значит, Уилбор. Ягу по прошлому, значит, ролику. Вот болванка его. А вот болванка, это уже в краске, в цвете. Так, это вот такой Сайгак. Люнитюн. Это из мультфильма, значит, первобытный. Ну вот, не сделал я ему рот открытый. Так, на скорую руку. Это уже динозавр тут. И можно делать, пробовать вот этот мультфильм, ну, предварительно на вставить Рик именно динозавру. У этого персонажа он есть. Так, и вот здесь есть, значит, всякие всячины, ссылки, карты, варианты для анимаций. Здесь, значит, анимация именно с Клауса. И здесь есть модель того же Клауса, который я делал в предыдущих роликах очень давно. Так, где он тут? Доктор Ливси. Это у нас, значит, Легионер по прошлым роликам. Здесь можно скачать зубы и язык. Так, что тут еще у нас есть? Книга по скульптуре. Очень рекомендую Лантери Лепко почитать. Очень хорошо все объяснено. Так, вот он. Джаспер Клаус. И, значит, его жена Айва Клаус. Можно скачать это все с ригами. Можно делать с ними анимацию именно по предыдущим вот этим гифкам. Но этот персонаж еще в процессе сосредоточения, так сказать, что-то я никак на нем не сосредоточусь, но голова уже есть. Так, что тут еще? Ну вот пантеры, так, всякие болванки животных, мертвая невеста, футболисты. Кстати, можно уже делать футбол, команда в сборе. Немецкая команда из СССР. Так, что тут еще есть? Ну, это все футболисты. Так, кисточка по шнуркам, если кому-то надо. Потом еще силка недоделанный. Персонаж вот этот можно качать. Под анимацию он уже готов. Так, каратист готов. Вот они, предыдущие. Точно так же, как я делал, значит, Пегаса. Вот есть, значит, вот этот персонаж, но я ему еще рот не открывал, это как болванка. Еще никак я им не могу заняться. Вот видите, еще тут хвост не проработан. Потом вот богатырский конь тоже, видите, что лапы отдельно, еще ничего тут не объединялось. Ну вот таким вариантом я и делал, значит, Пегаса. Вот осел тоже. Немножко доработать, и можно бабку с внучкой сажать или бабку и пробовать анимацию, вставив предварительно ему, значит, рик. Ну а дальше посмотрите сами, значит, тут и ведьмак, и парики, и кисточки разные, тут и кисти рук, и зубы, и волосы я выкладываю. И вот есть ворона, которую тоже никак я не доделаю. Раскрасить, вот все, рик надо вставить и попробовать, как крыло будет работать. Есть такое дело. Теперь Shift-A, это Z, вот этот реф нам больше не понадобится. Нижние зубы уже понятно, как делать, да? Так, теперь текстура импорт. Найдем теперь его раскраску. Вот самая такая больная штука.
О, не этот. Так, ну, в принципе, что? Ну, в принципе, что, подходит, да? Только как это все дело обыграть? А ну-ка, Z. Ну, попробуем, значит, выбираем Z, отключаем, выбираем коня через Alt. Так, выбираем цвет C. А, вот он, да, вот это будет получше. Он же как бы и не белый, да? Ну да, где-то таким цветом. Так, X-симметрия. Посмотрим, что получится. Shift-Z. Так, и здесь у меня, значит, какая штука. Я уже выбрал тоже копыта. И, кстати, вот по этому рефу я хочу сделать ему крылья. Если сейчас отзеркалить, допустим, вот так. Ну, приблизительно, опять же, да, вот так, если убрать, подставить нашего всего персонажа, в принципе, гляньте, будет вот так, офигенное крыло. Так, теперь что? Shift-Z, Z отключаем. Текстура импорт, нам теперь нужна грива. Так, и грива у меня где-то есть. Я тут, вот она, по-моему. А ну-ка. Ну, это дюжить она синяя, да? Ну да. В брак. Shift-Z, текстура импорт. Во. Вот эта штука. Тут и глаза как раз по цвету подойдут. И вот эту еще обводочку сделать. Или уже в блендер тогда. Так. Так, это Z. Так. А ну-ка попробуем мы ее обыграть. А ну-ка, если... Так, это рот, да? N панель грива. Так. А попробуем. Так, это значит Shift-Z. Так, здесь моделью крутить не получается. Z будем крутить, значит, нашей текстурой. Так, это где она тут? Раз.
Так, а здесь Shift-Z. Ага. А здесь уже другой цвет. В принципе, делаем на одним цветом. Mira and Well, зеркалим. Вот эту часть потом нужно больше, может, надуть. Так, есть такое дело еще с... Так, здесь чуть подкрасим, тут чуть-чуть ляпнем. Ну, давайте пробовать теперь тут рисовать. Так, вот здесь, наверное, сделаем маленький какой-нибудь такой. Ну да. Так, ну вот эти части в принципе не нужны. Здесь будет все соединяться потом с нашим персонажем. Ну так чуть-чуть оставить можно, чтобы, ну, вглубь ушла эта штука. Это я от себя уже тут чуть-чуть так понамалюю. Так, а если вот побольше нарисовать, смотрите. Рисуем вот такой вот, опа, клин. И тут, допустим, раз такой клинышек побольше. А здесь потоньше. Ну и где-то вот тут тоже давайте. Раз такой. Пожирнее. Так, вроде все закрашено. Давайте теперь пробовать маскинг. Маскинг, маскби. Color Mask Be Intensive. Так, делаем Scale.
можно еще, вот видите, выдавливать, вдавливать все это дело. Так, делаем Ctrl-I. Так, это многовато. Ctrl-I. И шифтом все это дело выглаживаем. Опа. Так, вот еще шифтом, когда работаете, интенсивность убираете. Тут многовато будет. Так, Ctrl-Z. Убираем текстуру, когда выглаживаем, чтобы она не стерлась. Вот по чуть-чуть тут можно прихорошить ее. Так, ну чем вам не коняра, да? Так, нижнюю челюсть тоже С. Закрашиваем. Так, веки красим. Так, и глаза у нас должны быть Shift-Z. Так, вот здесь они синие, да? Так, а здесь они белые. Вот давайте будем делать белые глаза с черными, значит, вот этими фентиклюшками, да? Вот как раз их будет видно. X. Так, а черный зрачок, смотрите, как можно сделать. Значит, Ctrl, выбираем маскирование, вот этот кружок. Тут нужно подгадать, где он будет. Ну, в принципе, нормально. Вот, зашибись, Ctrl. Так, это значит, Ctrl, снимаем маску. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ух ты, миллион полигонов. Нет, столько не надо. Ctrl-I, а потом, когда развертку глаза будем делать, просто убираем вот эти вот дивайды, и все будет зашибись. Так, черный. И вот что еще хотелось бы сделать. Белого чуть-чуть добавим. Так, маленькую пимпу вот сюда. Ну, вот уже вроде глаза живые. Так? Угу. Тут, по идее, зубы-то у него должны быть белые. Правильно? Так, давайте белые зубы сделаем. А то что-то они какие-то... Ну, так будет, наверное, получше. Ну, зубы-то белые должны быть, я так думаю. А что-то в мультфильме какие-то они серо-бурмалиновые. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I. Так, и эти тоже поядрёнее тогда подзамажем.
Ctrl-I. Ну, так-то это тоже поприкольнее будет. Вроде и не белый, и как бы с оттенком. О. Так, это значит Ctrl, снимаю маску. И теперь нам надо копыта. Я тут и копыта тоже нашел. Так, а где копыта? По-моему, вот эти. Так. Ну да, вот они. Текстура. Что у нас тут с копытами? Вот они. Сейчас мы их замутим. Shift Z, Z, Z. И заодно чуть-чуть копыта подкорректируем. Так. Ну, где-то таким образом, значит, оттенок выбран. C. Так, Ctrl-Z. Смотрим. Ну, серые копыта что-то как-то... Ну, пусть, наверное, он весь такой будет светлый, что ли. Так, тогда вот эту полосу, в принципе, нам не надо. Это С. Выбираем. Можно... Так, о чем тут с зеленцой? С. О, коричневый. Чуть-чуть ему оттенок потемнее выберем. Вот так. Так, и немножко, значит, белого цвета. Это белый цвет. Интенсивность прям поменьше.
Как-то так. Морфтополоджи теперь, значит, что еще? Давайте копыты, что-то, правда, что на те поглядел, думаю, что-то мои не катят. Так, вот так на и чуть. Все. О, перед, чтобы вот такой острый был. И добавим еще чуть-чуть цвет потемнее на горбыль. Какая-то полоска. Так, а что по хвосту? Так. Та же шняга. Так, а как бы вот эти вот полосы обыграть? Так. Так, маскируем.
Так, а теперь нам понадобится вот эта сфера. Так, ее больше как-то растягиваем. Так, вот это все маскируем. Ctrl-Alt. Так, а чем тут хвостом? Ctrl-D, Ctrl-D. Полигонов мало. Так, а здесь Ctrl-Alt. Пробел переносит, значит, нашу вот эту заготовку и как ее, маску. Так. Ctrl-Z. Ctrl-I. Ну, давайте пусть потолще будет. Так, а здесь попробую, наверное, просто провести. Ага. Художник, мать идить. Ну, в принципе, неплохо. Делаем Ctrl-I. Такой хоть хвост. Ну, в принципе, да, вот эти канты. Опять же, делаем... Где у нас тут маскинг? Initialize. И значит... Так, оно поближе, а то не видно нифига. Так. Выглаживаем шифтом все, что внутрь ушло. Ctrl-I. Уменьшаем, значит, Shift интенсивность. Вот так. Ctrl-I. Так, это у нас... Так, что-то с хвостом этакое. Отключаем текстуру. И, значит, попробуем все это немножко выгладить. Ну вот. И попробуем еще вот здесь вот Move Topology. Вот эту вот финтиклюшку как бы завернуть. Как бы ее, не знаю, так вот раз. И шифтом так. Или не надо. Не, не надо, наверное. Ну-ка. Если что, потом там уже на риге загнем. Какой-то бледный он. Давайте чуть-чуть вот здесь вот подкрасим. Значит, так, выберем вот этот тон. И где-то его потемнее выберем.
кисточку чуть-чуть побольше, интенсивность чуть-чуть поменьше. Так, блин, не той кисточкой рисую. Думаю, что она так тянется плохо. Так, это многовато. Так, чуть-чуть вот лицевую морду потемней. Где-то вот эти колени, чтобы их видно было при анимации. Потом вот эту задницу чуть-чуть притемнить. Ну и так чуть-чуть по горбу пройти. И по шее вовнутрь. Так, внутренние части тоже можно потемнее сделать. Вот эти, ага. Ну, без переборов, конечно. Ну, так он как-то будет уже виднее, наверное. Так. Ну, надо же теперь крылья делать, да? Это сколько я сейчас погляжу, сколько вот это у нас заняло времени. Ушел 1:06, так что давайте тогда будет другой ролик по крыльям и уже подставим, потом все это дело объединим, и третий ролик будет риг, ну и возможно анимация. Сохраняем наш файл, файл save, Pegas, да.